Один подписчик просил меня построить ракету в Build-A-Bot, и я с другим подписчиком выполнили его желание. Сегодня мы построим вот такую огромную ракету и полетим на ней на Луну. А сейчас я проведу краткую экскурсию по этой ракете. Садимся на стульчик, нажимаем на кнопочку и поднимаемся вверх. Вот мы поднялись на стартовую площадку и заходим внутрь ракеты. Теперь мы поднимаемся в кабину пилота и готовимся к старту. Три, два, один. Поехали! А теперь я вам расскажу, как все это начиналось. Сейчас мы вам покажем, как мы полетели на Луну, а потом будет туториал. Все, полетели в космос. На Луну, а вон там Луна. Ночной режим. Ночной режим? Суперскорость. От первого лица вообще прикольно. От первого лица прикольно? Сейчас посмотрим. Ну да, нормально. Так, как будто мы реально в космосе. Если бы стекло еще получше было бы видно. Вообще классно. Сейчас крутую построим. Так, сейчас поднимаемся. Только давайте хорошую парковку. Вон же Луна. У нас две Луны. Да, одна вот такая огромная, а другая вот такая квадратная. Здесь ты. Ладно, давайте. На Луну. Хорошую парковку. А сбрасывать? Кто давай, будет? Давай. Лишний вес сбрасывать давай, надо. Давай. Давай, посадку надо. Хорошую только, все. Давай. Хорошую посадку. О, нормально приземлились, ура. Не как в прошлый раз. Цепляй. Все, давай. Надо убрать кабину. Кабину убрать надо. Давай. Тут не пройти, а то. Что, сейчас снимать будет? Да, видео будем снимать по ракету. Да, уже снимаем. Ладно, сейчас эпично заходим в эту. Ты что, я реально снимаю? Ну да. Я снимаю. У нас будет видео про ракету, мы ее потом строим. Ура, я попаду в видео! Автор постройки, на, садись. Да хороший стульчик. Он прикасается. Все, поехали. Прикасается к земле. Нет. Нет, верни нас. Атаку, давайте. Забегаем. Да не толкайтесь. А, давайте по очереди. О, смотрите, я чуть не упал. Так близко. Не падай. Все. Не падай, ты же ютубер. Так, ладно, сейчас. Это Ургеймс. Все, сел. О, все, полетели, нормально. Давайте, первый... А, нет, лучше сначала летим. Так, мы сейчас летим на какую луну? На большую или на маленькую? На маленькую. Ну ладно, пошлите на маленькую. Только нормальную всё, почти, давайте, сделай. Сейчас отсоединяй нижние. Скорость снижай. Давай. Па. Вес. Ой, что это сделать? Лава, все, они упали, сделал? Упали. Падают. Мусор. Мы загрязнили планету. Фу. Все, давайте. Упали. Теперь надо отсюда как-то вылезти. Вылезаем, давайте. По... Давайте, пошлите по, сюда. По крутому. Сюда все. Ой. Смотрите, что, давайте. Ой, отключи-ка. Я упал. Уи! Да, точно, вот так надо. Уи! Все, прыгаю. Нет, какой-то парашют баганый у меня. А вот сейчас нормально. Да нет, надо просто... Надо сначала прыгнуть, а потом открыть. Все, я... Давайте к туториалу. Время туториала! Приступаем к строительству. А, посмотрите, отходим подальше друг от друга. Да, 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 мы будем на расстоянии стоять. Сейчас будем строить. А вот тут. Ставим блок масла, это основа. На него ставим блок железа. Теперь его нужно масштабировать. Берем инструмент масштабирования и масштабируем. Делаем чего 4 блока вправо и 4 блока слева должно быть. Так, сейчас смотрю, как там. Можете сделать побольше или поменьше. 4 блока справа, 4 слева. И также нужно спереди и сзади делать. Такой вот кубик получается. Теперь нам нужно построить стенки.
для этого берем, масштабируем один блок, делаем из него небольшую линию и поднимаем его вверх. Но сначала строим еще несколько таких. Готово. Теперь это нужно поднять вверх. Сначала ставим по центру ракету и поднимаем вверх. Вот так вот. Высоко. И, конечно, про крышу не забудем. Теперь по всем бокам нужно поставить по одному блоку масла. И также один по центру. Теперь их всех нужно закрыть железными блоками. Сверху и по бокам. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь их нужно смасштабировать и получить вот такую вот линию и строить тоже кубик. Масштабируем до низу, но тут они уже должны быть немного поменьше. Строим. Пока у нас не получится вот такой вот прямоугольник. Также нужно построить заднюю часть. Но у меня только 2000 железных блоков, поэтому я немного их сплющу. Стенки. Можно поставить масштаб на 0.2 и масштабировать, и сделать их потоньше, и тогда блоков станет гораздо больше. Также не забудем сделать пол. Ну, сначала построим еще таких 3. Кусочка. Ровный пол ставим. И теперь нужно взять ракету и поставить внутри. И так еще в этих 3 комнатках. Теперь нужно построить немного поменьше по ширине платформу, которая стоит выше предыдущей платформы. Вот так вот. Строим такой же прямоугольник чуть пониже и сверху строим декорацию. Про крышу тоже не забудем. Делаем что-то похожее на ракету. Также не забудем построить крыши. Везде. Все готово. Теперь нам нужно сделать дверку. Делаем небольшой проходик. Внутри ставим блок железа. Его делаем немного повыше. Строим отверстие. Все так же делаем с другой стороны. И сейчас проверяем, сколько у нас здесь блоков в этом отверстии. Я посчитал, у меня 6 блоков. Сверху строим платформу, что же высотой 6 блоков. Но только она не должна докасаться до самой ракеты, поэтому берем масштаб на 0.2 и отодвигаем немножко, чтобы она могла задвигаться. Все готово. Теперь сверху ставим поршень. Так вот, перевернутый, чтобы он оттолкал. И теперь его нужно закрепить к стенке блоками железа. Один, и масштабируем его в стенку. Готово. Теперь можно проверить. Ну, я делаю дверку немножко поменьше. Отключаю тут фиксацию. Так, и по какой-то причине поршень у меня решил взлететь вверх, а не толкать блок. Ищем источник проблемы. Так, я тут вижу, вот это вот мешает. Эти вот дверки, заслонки мешают. Их делаю поменьше. Пробую теперь. Вот теперь все прекрасно задвигается. Теперь нужно его подмасштабировать, чтобы ровно все закрывало. Все, это я уже сделал. Дверь готова. Теперь делаем подъемный механизм, который будет нас поднимать вверх в кабину пилота. Ставим поршни. Сейчас их надо будет подрегулировать, чтобы они нас толкали ровно вверх. На нужную нам высоту. Строим небольшую платформу. Ставим здесь кнопочку и проверяем. Нам главное посмотреть, до куда она дошла.
слишком высоко она поднялась. Поэтому перезагружаем. И сейчас настраиваем поршни в движение блоков, пока не будет нужный результат. Вот здесь на конце я поставил два блока. В одном из поршней. Все остальные у меня на десятке стоят. Все прекрасно задвигает, как мне надо. Теперь нужно удалить верхнюю часть. Одну и вторую. Взять такое вот отверстие. Теперь проверяем. Отключаем именно только у поршней и у железной платформы анчор. Больше ничего другого. И пробуем задвинуть их. Ставим над платформу и задвигаем по одному поршню. Все, я вижу, на какую высоту она поднимается, то, что мне нужно. Теперь строим небольшую декорацию. Здесь ставим перевернутое кресло пилота. Чтобы, когда эта платформа задвигалась, она сразу садила на это кресло пилота. Теперь можно немножко задвинуть. Все правильно. Сохраняем. Теперь я поставлю внутри также одну ракету и вторую, только она будет у меня перевернута. Можно было лететь вниз. Также нужно установить любую кнопку, чтобы закрывать двери. Также можно пристроить декорации. Внутри кресла поставить. Сейчас ставлю рычажок. Он привязывается к какому-то другому поршню. Не к тому, которому мне надо. С другой стороны, изнутри тоже надо поставить один рычаг. Гаечным ключом их надо отвязать от того, к чему они привязались, если это не то, к чему нам нужно. И нужно их обоих привязать к поршню, который толкает дверь. Один привязал и второй. Также ракеты... По одной нужно привязать к креслу пилота. И назначить им разные клавиши. Ракета, которая летит вниз, у меня будет активироваться от клавиши Z. А ракета, которая летит вверх, у меня будет активироваться от клавиши X. Настраиваю на X. Все готово. Также ракеты, которые у нас в коробочках стоят... Их нужно все четыре привязать на одну клавишу, например, F. Также надо привязать к кнопке наш подъемный механизм, например, вот так, все готово. Кнопка должна стоять на платформе. Также снизу можно добавить для красоты неона, и будет выглядеть, как будто там что-то горит. Так нужно сделать с четырех сторон. Также нужно сейчас построить подъемник. Ставим немного поршней. Им сейчас нужно отключить анчор. И нужно настроить высоту. Также масло, 4 штуки, нужно привязать к креслу пилота на другую клавишу. Например, на Т. Сохраняем. Это нужно, когда мы нажмем на клавишу Т, у нас будет отпадать запчасти. Сейчас регулируем высоту. У этих поршней. Потом строим на ней платформу. Ставим на ней кнопку. Также все это нужно перекрасить и добавить декорации. Также у поршней нужно поставить скорость на единичку. У всех. А теперь проведем испытание нашей построенной ракеты. Ребята, садитесь. Поднимаемся на стартовую площадку. Рассаживаемся. Астронавты остаются внизу, а пилот идет в пилотную кабину. Поехали!
Делаем посадку. Посадка совершена успешно. Вылезаем из ракеты. Вот мы попали на Луну. Только тут джетпаки не работают. Спасибо подписчику. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Ух Геймс. Всем пока-пока.